Добрый вечер, дорогие телезрители, любители спорта. Я Анна Кириллина, и вы смотрите вечерний эфир 8-х спортивных игр «Дети Азии». Впереди вас ждет сюрприз. Мы что-то интересное для вас подготовили. А прямо сейчас смотрите интересные факты. Сегодня второй день национального праздника эсэх. Гости кинофестиваля остались довольны праздником. Для якутян вчера стояла приятная погода, а вот гости успели даже загореть. От нетерпения увидеться с вами и узнать нашего зрителя. И вот от того, что я сгорал от нетерпения, я сегодня и в ближайшие дни буду красным. Но когда вы увидите остальных людей из Москвы и Петербурга, которые побывали вчера на празднике, вы поймете, что я еще себя берег и не так сильно сгорел. А сейчас, вчера мы были на празднике, где перед нами танцевали стерки. Сейчас мы увидим фильм. Олимпиада в спортивной деревне. В деревне спортсменов сегодня завершила свою работу площадка Олимпийского комитета России в рамках 6-го международного форума юных олимпийцев. Для юных спортсменов были организованы встречи с олимпийскими чемпионами. Юные спортсмены имели возможность получить мастер-класс не только у своих кумиров, но и поучаствовать в викторинах, выиграть различные призы, а также пройти спортивное тестирование вместе с инновационным центром ОКР. А сегодняшний день ребята особенно ждали, так как встретились с 4-кратным олимпийским чемпионом по фехтованию, президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым. Юные спортсмены очень полюбили не только соревнования, но и Якутию. 10-летняя юная шахматистка из Палестины Ранда Сведер очень любит цветы. Очень радуется каждому цветочку, поливает все клумбы со цветами на улицах города, а по дороге на турнир любит собирать одуванчики. А ее старший брат Мухаммад тоже шахматист, но его интересы – это моря, океаны, реки и озера. Узнав о самой красивой реке Лена, с первого дня просил показать ее. И был очень счастлив, когда его мечта исполнилась – дотронуться до могущественной реки. Играми довольны и тренеры. Судья международного класса, олимпийская чемпионка Елена Шаламова отметила, что уровень игр очень высокий. Мне кажется, что соревнования прошли на очень высоком профессиональном уровне и в плане организации, и в плане спортсмена, которые принимали участие. На мой взгляд, они выступали достойно, и независимо, какую страну они представляли, и очень-очень интересно. Мне кажется, что это один из лучших спортивных проектов, которые нужно развивать, поддерживать. И пусть он живет долго-долго и будет честным и справедливым. Свой восторг от детской олимпиады выразила и Мерюерт Балгинбаева, тренер сборной Казахстана по художественной гимнастике. В целом, конечно, организация на высшем уровне, нам все нравится. Нравится и как кормят, и как расселили, и как аккредитация очень быстро прошла. Конечно, я всем желаю удачи. Пусть победит сильнейший, потому что это спорт. В спорте все должно быть честно. В честной борьбе надо соревноваться. И пускай побеждает сильнейший, не в зависимости, какая это страна. Чари черчаян полар сигнича, тройной макирик сегезен. Раши полак чар чар, черчаян полар синин, чанху чахлар, чанху чахлар. Ха-ха-ха-ха, прайнер макирик сыхэ, пары стыны стынды, сабыс гран зар пасты. Ага! Аспазинчуры, аспазинчуры, стынины сысын, алтынин стынды, бада синин бирэ, бада син күрэзэн, сабыс гран зар пасты, чану рэн зар пасты.
гезик, парасиның эстендері. Сагыс үгрен азар постын, чаны үгрен азар постын, хурақтар үгрен азарға, пазайсын көзерен позы. Болар шыр болат күн чарей, чырчайын болар сигнинча, ранойма керек сегезін. Сіннен на істейсін поза ойсын, бестенде база пазайсын, күресіндер бе аз позы чүлінсін. Хурачик болат күн чарей, чырчайын болар сигнинча. Райной макирен сигези парень сирен не стенде синен на истизен поза осин не стенде пас паза сигуре синер бе аз позу чурек синфон чарчаян пола синиче райной макирен сигезин. Позиция до мурашек. Это был наш сюрприз вам. И, девочки, проходите. У нас сегодня гостит группа из Красноярского края «Атукен». Коллектив создает музыку на костях, на барабанах и поет на языке, который знает всего 300 человек. У меня сегодня в гостях продюсер, человек, который все это придумал и создал, Андрей Чернецов. Девочки, Азян, Кунчари, Хоккайдо, Хара, Цвета, Атамай, Муна на бас-гитаре и единственный молодой человек Ачи. Вот такая классная команда, невероятная энергетика. Спасибо, что нашли время и обрадовали, порадовали наших телезрителей. Завтра у вас состоится концерт в 5 часов на Комсомольской площади. Так что, дорогие телезрители, приходите на Комсомольскую площадь. А я прям хочу пожать вам руку. Спасибо, Андрей, большое. Да, просто потрясающе. Поскольку в Якутии знают, когда мы сказали, что будет группа «Атукен», у нас режиссеры, операторы, молодые люди говорят: когда, во сколько, мы хотим их увидеть, потому что это невероятная энергетика, действительно, ценители музыки, у нас звукорежиссеры тоже все в восторге, поскольку они дарят ту невероятную самобытность, да, вот этот зов предков, силу земли, силу предков. И я была очень удивлена, что за этим проектом стоит Андрей, который вырос в этой культуре. И оказывается, дорогие телезрители, все песни, все композиции пишет Андрей. Не все, там парочку есть народных, народные песни есть, которые мы просто переделали на свой манер. А как все это создается? Ну, создается, вот вы сами только что ответили, как бы создается. Естественно, создается все с радостью. Создается. Вот мы вначале даже немного поспорили. Он говорит, я говорю, откуда берете вдохновение? Да? И продюсер говорит, какое вдохновение? Нет вдохновения, это просто идет потоком. Да, беру и делаю. И наоборот, я всегда себе говорю, остановись, остановись. Да. Потому что не только я, они говорят мне тоже, остановись, хватит. Часто. Бывает такое. Ага. А как вы находите, взаимодействуете? Вы тоже предлагаете какие-то интересные варианты, темы? Ну, наверное, может быть, даже иногда не успеваем за скоростью мыслей Андрея Анатольевича, потому что он как генератор идей. Я, допустим, думаю что-нибудь сказать, придумать, он такой, я уже это давно думал, нет, я уже пробовал, не пойдет. Хорошо. Ну, по-разному бывает. Бывает, что, может быть, что-то и подсказываем. Но в большинстве случаев, конечно же, Андрей Анатольевич, это генератор идей, мыслей, поэтому, мне кажется, он даже не нуждается в такой помощи, чтобы ему что-то подсказывать. Ну, невероятная энергетика. Вы как, сразу включаетесь вот именно в роль, да? Или все-таки это репетируется? Или это все Андрей Анатольевич вам говорит, включаться, репетируете? Это какая-то сценография у вас идет? Да, все по-разному. Ну, они же люди, все разные люди, понимаете? Кто-то сразу включается, кому-то надо месяц, кому-то полгода, чтобы включиться. Вот по-разному все они. Ну, конечно, хорошо было бы, чтобы на третий день уже включилось. Но это не всем дано так. А как вы пришли в группу? Тишина, молчание. Он искал, он всегда ищет кадры, то есть у нас утечка. Ну, не утечка, в смысле, что он группу создавал, и, конечно, человек, он сам искал людей и как-то связывался. Да, кастинги провожу, конечно. Ну, в основном с деревень. У меня, начиная от Таймыра до Тувы, я дружу со всякими художественными коллективами, с различными, там, знаете, культурными деятелями, и они мне просто вот бывает звонят или там пишут, что вот есть такая-то девушка, вот появилась в такой-то деревне, хорошо поет, приезжай, или мы тебе ее отправляем, и отправляют, да, так вот
Ну, приблизительно вот так это делается. Угу. Коренные народы Сибири, да. Сибирские коренные народы, то есть малочисленные. Именно вот тут девочки из разных национальностей, и как у вас вот с языком? Вы сразу учите каждый раз новый язык, наверняка все это обогащаетесь, да, каждый раз, знакомясь с культурой, погружаясь все глубже? Ну, наверное, да, но по своей сути языки в какой-то степени идентичны друг другу. И мы, да, друг друга понимаем, когда говорим на своих языках. Да, иногда бывает, принимаем какие-то слова, это тоже очень интересно. Ну, Андрей, вы говорите то, что прям общаетесь с старожилами, вот даже тут присутствуют родители, которые приехали, девушек, да. И с ними дружите более 20 лет, и выросли. Ну, нет, даже более 30-40 лет дружим. То есть мы, вот я с их родителями, мы знаем друг друга молодыми еще, ну, вообще молодыми, подростками, можете себе представить. Ну, конечно, это не сразу. Это же... Можно сказать, вот Атукен – это продукт, который был заложен много лет назад. Ну, то есть он как бы пророс, понимаете, вот так вот, пророс. И они неизбежно, то есть неизбежно, ну, вот его популярность, она была как бы, как это, закономерность. Атукен, вот он выстрелил, это закономерно, это к этому шло десятилетиями, я шел к Атукену. Я просто сам даже об этом не знал. Вот для чего я там жил, общался, рос с ними, я даже пришло не знал. Время. Да, пришло время создать Атукен, и вот он по всему миру, как говорится, музыкальные площадки все взорвал. Везде, мы много где в топах, там Мексика, Индия, Саудовская Аравия. Ну, занимаем первые места прям наши песни, треки занимают. Вот этот жанр си-поп, это от вас пошло или все-таки это музыкальные критики? Да, музыкальные критики нас называют так. Они как по-разному нас называют. Но это их право, это вот, скорее всего, им и нужно оценку давать нашей музыке. Это будет лучше. А наша задача не как бы как себя назвать, а все-таки я ставлю задачу нести людям радость, счастье какое-то. Ну, чтобы вот наша музыка заставляла их задуматься о чем-то прекрасном, понимаете? Ну, то есть вот человек слушает вот, в наушниках радио, вот идет трек за треком. Потом раз, допустим, наш Атукен, а он даже не знает, что это Атукен, но ему стало интересно, он задумался там о чем-то философски, еще как-то, а кто такие так набрал. Ну, чтобы, вот, понимаете, отличаться, и именно отличаться вот в сторону радости, счастья, ну, такой нести, позитив такой нести людям. Девочки, вы выступаете на разных площадках, концертных, принимаете участие на фестивалях, конкурсах, и, наверное, аудитория всегда разная. Вот где было сложно? Или самая запомнившаяся площадка? Новосибирск. Да. Мы выступали на каком-то фестивале, это было очень давно. Во Вьетнаме было очень жарко, 40 градусов. Да, там, вот, если насчет погодных условий, то это было, конечно же, во Вьетнаме. А насчет публики, это было на фестивале «Золотая коллекция Сибири», что ли, что-то, я уже точно не помню. Мы выступали, а у нас как бы такая музыка, ну, продвинутая, то есть, ну, мы же такое что-то современное делаем. А там в зале сидели, ну, люди пожилого возраста. Они нас не совсем поняли. Они такие сидят, что это? А до нас выступали там такие всякие бальники, ну, то есть, ну, все вот. Какая-то классическая, традиционная более. А мы вышли и начали там просто все разрывать. И я помню, увидела деда, он просто вот так. Сложно пробивать вот этот барьер, да, когда идет вот... как сказать, момент принятия, нет, да, знакомства. Нет, надо пробивать вообще. Надо, чтобы принимали, стараться на такую музыку делать, чтобы вот прям принимали все поколения. Знаете, вот я свое детство вот вспоминаю, просто детство, вот когда мне там было, я не знаю, там 10 лет, я вот вспоминаю вот того же Высоцкого, вот Владимир Высоцкий. Вот мы пластинки гоняем, нам 10 лет, понимаете? Но пока родители на работе. Потом родители с работы приходят, и они этого Высоцкого начинают гонять. Вот так вот. Ну, то есть, или там еще кого-то. Ну, можно, да, еще можно перечислять таких. То есть музыка должна подходить, стараться для всех поколений, но, естественно, все равно будут недовольны, все равно будут какие-то консерваторы, что вот вы неправильно туда, значит, зачем вы там рок-н-ролл. Вот, например, мы рок-н-ролл спели, там «Хан Блюз» у нас есть песня в стиле рок-н-ролла. Вот зачем вы, что вы там, этот рок-н-ролл. Ну, то есть все равно будут, недовольные будут. Ну, естественно, задача охватить вот массы, как можно возрастной вот этот вот сегмент более широкий, чтобы был.
чтобы было всем интересно. Да, это нормально, чтобы наоборот. Я слышала то, что у вас прям такой жесткий райдер, и не красить волосы, да? Мы об этом будем говорить? Да, это нормально, конечно. Да, вы как-то советуетесь между собой? Мы не нуждаемся, в принципе, красить волосы или стричь какие-то прически. Ну, то есть мы... это более. Но просто тут в предварительной беседе Андрей сказал, что две солистки покрасили и вынуждены были покинуть группу. Ну, это было очень давно, наверное. Да, и больше это не повторяется. Поэтому я не рискую краситься. Просто на самом деле нет желания даже что-то менять, потому что мы и так гармонично выглядим в том, в чем мы родились. Вы также используете, вот действительно опираетесь о культуру, о традиции и очень много таких интересных инструментов. Какой музыкальный инструмент привлекает больше внимания? Это что, копыта, да? Это копыта, да. Рога копыта. Какой звук интересный. Да. Да. Это исконно тоже, традиционное. Ну да, можно сказать. Инструменты привлекают внимание все. Вот большие барабаны, вот эти бубны громадные. То есть мы не используем в своих, ну вот, концертах традиционные бубны. То есть традиционный бубен такой в одной руке держишь, и в другой вот так вот это. Ну, почему? Потому что, ну, это все делают. Это вот просто вот все сейчас схватили бубен, и все вот так вот, как бы, очень много артистов. Мы стараемся как бы это вот так вот сделать, чтобы не как у всех. Поэтому гигантские такие бубны заказали, барабаны очень большие. Ну, то есть это те же самые большие такие бубны-барабаны. Они у нас стоят на подножках, и вот в них бить, вот играть в них, понятие. Вот зрители завтра придут к нам на концерт, если они увидят, насколько это интересно. Вот девушки, они достигают просто такого мастерства прям великого в этой игре на таких барабанах. Ну, то есть там все вот эти вот большие барабаны, у них подключение там на каждый барабан 2-3 подключения. То есть они во время, допустим, игры трека какого-то, они успевают переключаться. То есть там электронные вот эти звукосниматели, специальные, значит, которые синтезируют звук. То есть это все очень получается интересно тогда. Спасибо, Андрей, спасибо, девочки, спасибо, дорогие музыканты, молодой человек, которому мы не нашли время, хотели очень, конечно, поговорить. Желаем вам завтра классно выступить. Я уверена, что якутская публика вас встретит с теплом, и они прям ждут, об этом пишет уже пресса. И в эти дни, наверное, знаете, что у нас в республике отмечается национальный праздник СЭХ, это праздник встречи лета, и мы хотим подарить вашей группе вот этот волшебный сосуд, сосуд изобилия, чарон, да, чтобы здорово. У вас спасибо год большое. Был изобильным, чтобы было много интересных проектов. Я в свою очередь благодарю, нас очень тепло встретили. Всем большое спасибо организаторам, что вы нас заметили, пригласили. Это для нас большая честь и радость. Большое спасибо вам всем. Спасибо большое, чтобы успех всегда сопровождал вас. Спасибо. Дорогие телезрители, мы продолжаем наш эфир, продолжение темы. Спортсмены каждый вечер знакомятся с культурой Якутии. Вчера прошло знакомство с якутскими музыкальными инструментами и фольклором. О том, как прошел фолк-дэй спортивной деревни, смотрите прямо сейчас. Все присутствующие окунулись в чарующую атмосферу Якутии. Вечер открыли народные артисты республики Клавдия и Герман Хатылаевы со своим ансамблем «Теты». После выступления они дали мастер-класс игре на традиционных барабанах. Небольшая разминка, и вот участники приступили к изучению техники национального ударного инструмента. Ритм меняем. В заключении мастер-класса спортсмены сыграли с народными артистами фрагмент произведения. Все было новым, мне все очень понравилось. Это первый мой опыт познавания вашей культуры. Мне очень все понравилось на самом деле. Это очень круто, это завораживает. Ты вот так вот пьешь себя, эта работа завораживает. Для меня тоже было все очень новое. Мне тоже очень понравилась ваша культура. Не забывай впечатления. Иногда под вид не успевала. Так все очень супер. Мне многие говорили, что вы все очень гостеприимны. Все совпало. Мнение до было отличное. Сейчас ничего не поменялось. Это очень интересная культура. Ее интересно изучать.
Вечер сопровождался выступлениями ярких артистов с танцевальными флешмобами. Зрители повторяли движения, тем самым знакомясь и овладевая мотивами якутского национального танца. Гости учились играть на древнем национальном инструменте хамус. Супер! Ага, и еще один. Я не знал о таком инструменте и, увидев, подумал, что играть на нем очень сложно. Не мог представить, как звучание и музыка может исходить с помощью рта. Попробовав сыграть на нем первый раз, подумал, что это очень сложно. Но в конце мастер-класса, когда все же получилось извлечь звук, думаю, что это круто и вполне легко. Ну, я как бы не любитель выходить на сцены вот в этой массовке, но до того это было интересно, что я сам напросился, вышел и попробовал. Ну, к сожалению, меня не было слышно на той стороне, да? Ну, меня сын там снял на видео, а потом послушаю, если что-то слышно. А так, в принципе, мне понравилось. Далее гости познакомились с традиционным сказанием чабыргах и музыкальными произведениями, исполненными на национальном инструменте кырымпа. Гости научились азам игре на нем. Познакомившись с инструментальной культурой народа саха, гости также познакомились со своей культурой присутствующих. Так спортсмены из Монголии представили свой национальный танец. А представители Палестины продемонстрировали традиционный круговой танец. Ярким моментом вечера стал хоровод народов мира, где представители разных государств и регионов, взявшись за руки, кружились под национальную музыку разных народов, пританцовывая традиционные движения. Марферина Алексеева, Вадим Барашков. Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы смотрите вечерний эфир 8-х спортивных игр «Дети Азии». Конечно, мы рассказываем в этом эфире о многих мероприятиях, в том числе культурных. И у меня сегодня в гостях председатель жюри основного конкурса 7-го международного якутского кинофестиваля, руководитель студии «Шамбао», наш гость из Китая Ли Баохуа. А также у нас переводчик Анна. Да? Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. Господин Ли, очень рада, что вы нашли время прийти в нашу студию. Сейчас вы были в кинотеатре «Лена», отсматривали фильмы, да, посмотрели 3 фильма. Как вообще ваши мысли по поводу кинофестиваля? Мы очень рады, что вы не можете участвовать в этом фильме. 而且你今天已经开始看片子了，已经看了3部，是不是？是的。那你的对我们雅库茨克国际电影节的态度怎么样？看法怎么样？我很开心参加这个电影节。Я очень рад принять участие в этом фестивале。这个电影节有很多我意想不到的地方。 Здесь вообще вот в рамках этого фестиваля я встретила очень много, точнее, увидела очень много того, что не думал когда-нибудь увидеть вообще. Я думаю, что подготовка очень хорошая. И фильмы выбраны отличные. Вот как раз хотелось бы поговорить о фильмах. Китай представляет один фильм, да, и такой интересный, неоднозначный. Ну, я понимаю, это фестивальная тема, да? А в какую сторону двигается вообще кинематограф в Китае? Это电影节，中国介绍了一部电影。那你觉得中国的电影事业的方向现在怎么样？ 中国电影事业目前的发展方向呢，现在主要是以现实主义题材的影片为主，然后呢，现在是着力在发展科幻题材的电影。В основном китайский кинематограф развивается в тематике реализма, но сейчас вот идет такой поворот на тему научной фантастики.
Интересно. Да. Вы приезжаете в Якутию уже четвертый раз, насколько мне известно. Да. И вчера впервые побывали на Исыхе. Ваши ну, вообще впечатления от погружения в историю и культуру? 震撼到我。 我第一次，其实以前有朋友有这边的朋友也邀请我来参加这个节日，但是我没有能按那个要求的时间到。但这一次呢，我是完整的参加了这个活动。我觉得咱们这种民族风情的东西感染到我，场面也很宏大。 Я на самом деле очень поражен. Меня несколько раз друзья из Якутска приглашали поучаствовать в Исыхе, но не было такой возможности. И вот в этот раз я полностью почувствовал и весь масштаб, и вот традиционные ценности, которые ну, вот, осуществляются да, с помощью этого праздника. Очень доволен. Господин Ли, а как вы, ну, вы наверняка смотрели якутские фильмы, как кинорежиссер, как человек, который снимает фильмы, и наверняка слышали и о якутском кинобуме, сегодня вот посмотрели фильм. Вообще, в чем вот именно феномен и особенность якутского кинематографа? Мы в Лосе有这种概念叫雅库特现象，雅库特电影现象。 估计你已经看了雅库特电影，那你觉得这个雅库特电影现象特殊现象在哪一方面？其实我在四年前就接触过咱们雅库特的电影。4年前，我看了一部那个片子，应该叫《德根德汗》。对，德根德汗。嗯，我觉得也很棒。 他是写了一个民族的一个时期的发展。对。然后呢，我今天看的电影，没想到第一部就是我们雅库的电影，也震撼到我。我觉得，当然，因为我作为评委的主席，我今天在这个场合不能做过多的评价，但是我在昨天的开幕式上已经跟大家讲了，我觉得雅库电影的民族特性决定了它可以走出雅库特，走向世界。 Я, как он уже сказал, четыре года назад смотрел «Тыгандархан», и тогда он его поразил, потому что он вот, описывает исторические события. Сегодня мы первым посмотрели фильм про стерхов, там, где танцуют стерхи, и он очень сильно его поразил. До глубины души тронул, но так как он является председателем жюри, он не может, да, к сожалению, в полной мере рассказать вот свои чувства, но он действительно был очень тронут этим фильмом. Прекрасно. А как он видит перспективу сотрудничества России и Китая именно в кинематографе? И нет ли в планах создать, допустим, снять якутско-китайский фильм? 那你觉得我们俄罗斯和中国现在在电影事业合作怎么样？而且你觉得会不会以后 会不会发现一部雅库中国合作的电影？我觉得雅库和中国合作电影方面的这个事情一定会有很好的发展。Я думаю, что ждет очень такое хорошее развитие нас в плане сотрудничества вот в якутско-китайском кино. 因为在几年前，我们雅库的电影团队和我们公司已经有了密切的联系。Несколько лет назад уже приезжала делегация кинематографистов из Якутии к ним в компанию, и тогда они уже начали вести переговоры. 尤其去年总统先生带着专业的团队到北京，到我的公司进行了考察。 И в прошлом году Илдархан, глава республики, и несколько еще представителей правительства приезжали ко мне в компанию.
я им показал свою компанию, да. И также мы посетили основное, как бы такое основное телевизионное предприятие Китая. Мы тогда подписали протокол о намерениях. 一个是电影项目的合作，另外一个是电影技术和产业基地的合作。 И тогда этот протокол о намерениях, он содержал два основных аспекта. Во-первых, это совместное кинопроизводство, а во-вторых, это обмен опытом и обучение наших якутских специалистов, их китайскими специалистами, именно вот в области использования спецэффектов там, и так далее. Здорово. Ну что, надеемся, что вот это содружество и проект реализуется. Да. И очень коротко о том, чего не хватает якутскому кинематографу, чтобы, допустим, быть интересным другим странам, ну, например, Китай. Как зайти к китайскому зрителю? 你自己的想法，我们的雅库特电影事业怎么能做电影对中国的观众，让中国的观众更感兴趣？对，我举一个很小的例子，其实雅库特尤其少数民族，游牧民族的，比如说鄂温克族。 中国也有，但是他们已经没有了那种游牧的生活。其实我们电影观众更希望知道雅库特少数民族和现在当下的年轻人和老一辈人的生活状态是比较关心的。那大家有了关注度，我想就有合作的可能。 Вот либо Хуа сам считает лично, да, что то, что у нас в республике проживает несколько малочисленных народностей, которые занимаются традиционным хозяйством, таким как оленеводство, например, ивенки, да, в Китае они тоже есть, но в Китае они уже не ведут традиционный образ жизни. И вот как раз этот момент, он был бы очень интересен китайскому зрителю. И то, как здесь уживаются и старшее поколение, и молодое поколение, и вот традиции северных народов. Спасибо большое, господин Ли, что приняли участие, нашли время в таком сжатом графике. Я знаю, что у вас такая прям миссия отсматривать все фильмы справедливого, скажем так, судейства, да? С национальным праздником Исэх я хочу вручить вам вот этот сосуд изобилия. Вы, наверное, видели уже на Исэхе с нашим логотипом нашей компании, вашей компании, именно лично вам. Да. Спасибо. Спасибо. Очень красиво. Это говорит красиво, да. Спасибо большое, мы с вами прощаемся. Дорогие телезрители, номинанты Якутского кинофестиваля получат серебряные очки, северные очки, а спортсмены медали золотыми якутскими узорами. Вчера я в руках держала медали, они такие весомые и красивые, и на церемонии награждения, конечно, очень волнительно. Давайте посмотрим сюжет, какая атмосфера царит там. За каждой церемонией стоит большая команда профессионалов. У каждого разные обязанности, но миссия одна – наградить и чествовать победителей. Желанная золотая медаль для спортсмена. Прикоснуться к нему может только победитель. В медалях игр «Дети Азии» видны якутские национальные мотивы, воплощенные в плавных линиях с очертаниями пера стерха. Центральным элементом каждой медали является серьге, которая занимает особое место в якутской культуре. Ну а дополняет центральную часть в медали, выполненный в рельефе логотип игр. Постоянные тренировки утомляют, а участвовать в схватках волнительно, признаются спортсмены. Однако, если хоть раз почувствовал вкус победы, больше не сможешь оставаться в стороне. Все они знают, какой он триумф. Я боролась по самбо весовой категории 41 килограмм. Я заняла бронзу. У меня было 3 встречи. Вот. Первую я боролась с россиянкой. Вторую с узбечкой и третью с монголкой.
пьедестале почета были и те, кто расстроен. Виктория Арапова – серебряная медалистка. Однако слезы сдерживала с большим трудом. В схватке по самбо в категории 47 килограмм в финале она уступила сопернице из Дальнего Востока. Ну, в финале я выигрывала, и за 10 секунд до конца встречи немножко, ну, надо было просто поуходить от соперника, но я решила сделать прием, который я никогда не делала, и упала сама на бал, и поэтому проиграла. Впереди еще больше захватывающих схваток. Спортсмены будут и дальше постигать вершины, стоять на пьедестале почета состязаний высокого уровня. А может быть, чьи-то имена войдут в историю игр «Дети Азии». Даяна Федорова, Арсен Степанов. Добрый вечер, дорогие телезрители. Слезы радости, иногда горечь от того, что не золото, мы наблюдаем каждый вечер на церемонии награждения. Ведь за минутами на важном состязании стоит огромная работа, многолетняя работа. И как идут ежедневные тренировки, как ставить цели и как их достигать, нам расскажут сейчас новые герои восьмых игр «Дети Азии», мои юные красивые гости. Это Эрикешева Акмарал и Розбек Айганым, да. И также невероятно красивая тренер Меруерт Балгенбаева. Да. Прекрасно. Немного сложно, но я очарована вами. Такие красивые. Мы как раз Мирет видели в начале нашей передачи. Вы рассказали о том, что все вам нравится, и вы довольны результатами своих подопечных. Да? Медаль. Какая? Серебро? У нас серебро. Как много у тебя медалей. И прям такая осанка. Я вчера держала в руках. Они такие весомые, тяжелые. Да? А осанку прям держат. Прекрасно. И вторая спортсменка, по-моему, вошла в семерку, да? Восьмерку сильнейших вошла, да, и в трех видах. Вот Айганым мы привезли, она впервые на международных соревнованиях. Мы привезли ее для обкатки, потому что каждая гимнастка должна пройти международные соревнования. И я очень довольна ее результатом, что она среди сильнейших гимнасток. Вы знаете, наверное, да, что команда России очень сильная в художественной гимнастике. И то, что их было много, 12 человек, и нам удалось в такой конкуренции завоевать серебряную медаль и две бронзы, и войти в сильнейшую восьмерку, это для нас, конечно, огромное достижение. И я довольна своими ученицами. Да, если мы слова тренера слышали сегодня на видео тоже, да, что она довольна организацией, да, довольна и своими подопечными, и также посмотрела и на результаты других гимнасток по художественной гимнастике. Хотелось бы услышать вас. Для вас как прошли эти соревнования, девочки? Мне очень все понравилось. У меня все получилось, как я и хотела. Я очень рада, что я приехала на эти соревнования и не подвела свою страну. Какая молодец! А ты? Эти соревнования проходили очень масштабно. Олимпийская деревня. Все интересно и очень познавательно. Очень красивый зал. И очень классная организация. Прекрасно. А насколько мне известно, ну, неизвестно, я уже подготовилась, читала вас очень много, и вся пресса, средства массовой информации Казахстана пишет о вас сейчас, да, всех поздравляют, и нам тоже очень было радостно читать, да, что про «Дети Азии» пишут, про девочек о каждой пишут, постят очень красивые фотографии, да, спортсменов, так что страна вас ждет, и я уверена, что прям со цветами будут вас встречать. Насколько мне известно,
Акмарал, ты практически в сборной для будущих олимпий. Готовится Центр Олимпийского комитета, да? У нас это называется Центр Олимпийской подготовки. И Акмарал, и Айганым, они вдвоем ходят, да, в Центр Олимпийской подготовки среди юниоров. У нас перед каждыми очень важными соревнованиями проходят чемпионаты Республики Казахстан, где отбираются сильнейшие гимнастки для того, чтобы они представляли нашу страну вот на таких международных соревнованиях. Угу. Ну, мы бы очень хотели бы и наши телезрители увидеть воочию, вообще, как вы двигаетесь, да, поскольку на сцене это одна история, а вот так, когда площадка незнакомая, да, как все это происходит. И я прям мечтаю поддержать, да, поскольку пришло сообщение, вчера были тоже у нас спортсмены по художественной гимнастике, и у меня спрашивают, а сколько весит их вот эти мячики. Давайте мы пройдем, может, сюда, и вы мне покажете, да, тренера тоже попросим. Давайте. Ага, давайте пройдемте и покажем девочек во всей красе, да, и как работать, вот как работать. Вообще самый... Давайте вот так встанем, вот так, вот так, да, вот так. Девочки, вот сюда, да. Могу это я подержать? Мячик, он весит, ну, около 300 грамм, наверное, он весит. И все думают, что он прилипает, на самом деле он не прилипает. А вот прям первое чувство было такое прям, да, действительно, оно такое прям хорошее. А вы руки там как-то обрабатываете? Нет, мы руки ничем не обрабатываем. Специально для художественной гимнастики можно выступать только с данными мячами, которые проходят лицензию. Нельзя просто в магазине купить мяч любой и выступать. Да? Здесь есть знак ФИШ, что это действительно для художественной гимнастики. 1 килограмм, да? Нет, 300 грамм. 300 грамм. Это получается постоянно... как здорово! Да? Это с высоких лет ты подбрасываешь этот мяч, подкидываешь? С 4 уже. С 4 лет, да? Сперва, наверное, это как игра, наверное, да, идет? Да. Вот, кстати, девочки, когда приходят, уже первый год обучения мы берем скакалочку и мячик, потому что это одни из самых безопасных предметов, пока они не овладеют техникой предмета, пока у них не появится координация, мы учим с данным предметом, потому что если это прилетит, ну, на голову, на какие-то части конечно тела, это не особо больно. А давайте вот посмотрим вот этот инструмент. А вот булавы, да, они уже как бы даются уже на... Я прям вижу, тут прямо подлатали, да, это, видимо, нет, это он больше... обмотан под купальник просто, чтобы под купальник подходил. И поскольку их две, они уже для, они нужны для координации. Ой, как и красиво! Они даются, давайте я подержу, это как... Ну, достаточно тяжелые, да, очень тяжелые. Девочки, да, должны, обязаны подкидывать их очень высоко, минимум 3 метра. Очень должны. Тяжелые, скажу я вам, очень. Да, это получается 3 метра. Может, покажем, но не на 3 метра, да, а вот совсем это, чуть-чуть, ну, да. Давайте, девочки. Да. Вот, например, мячик. Ой, как красиво! Прокаточку вот делает в мяче, она... оценивается. Ага, это микрофон мешает, да, 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 да. Ой, красиво как. Какая красота. И даже одежда. И одежда не мешает. Ой, у меня не получается, конечно. Тренер, как оцениваете? Этот мастер-класс я запомню на всю жизнь. Когда у меня еще будет возможность, возможно, будущие олимпийские чемпионки стоят? Мяч не должен отрываться вообще от тела. Да, мне будет сложно, поскольку... К сожалению, я говорю, оказывается, мешает микрофон. Да. Он не должен отрываться от тела. Красиво, да. Есть вот такое обволакивание. Это значит, вокруг ладони она вот должна провернуться. Раз. Вот это обволакивание, это обязательная работа, да. Ой, почти получилось, да. Ну, я думаю, что даже с булавами у вас получится. Одну булаву, да, возьмите одну булаву. Одну, давайте. Вот это надо вот так подкинуть и... Что ж, спасибо большое за мастер-класс. Я не отпускаю вас без подарка, поскольку Казахстан очень гостеприимный народ, и я хочу подарить вот этот колокольчик, чтобы он прям расчищал дорогу вашей команде, вам, девочки, новых побед, свершений, да, и чтобы вы очищали свою дорогу, чтобы ничего плохого вам не мешало. Спасибо. Да. Спасибо. Дорогие телезрители, на этом мы завершаем наш эфир. Спасибо большое нашим гостям. Смотрите прямо сейчас дневники игр «Дети Азии». Спасибо.